Итак, телефон А1000. Посмотрим, что он может. Ну, наверное, начнем с GPS-навигатора. Включим GPS и пойдем в дубль ГИС. Карта Новосибирска. Ну да, тут мы и находимся. Назад, назад. А, нужно было выход нажать. Давайте выход нажмем. Закрыть. Чтобы оно в памяти не болталось. Так, Navitel. Так, восстановить настройки последнего успешного запуска. Установлено соединение со спутниками. Молодец. Ну вот у нас и Navitel. Так, замечательно. Меню. Выход. Выход. Вышли из GPS, навигатор выключим. Так. Мобильное ТВ. Поскольку тут оно эфирное, а сигнал слабый, так что ничего хорошего ожидать здесь не приходится. Канал 12. Так, а как нам из него выйти? Так, что тут еще можно делать, кстати? Записывать можно, да? Наверное, выход все как обычно. Выход вот так. Вышли. Так, читалка. Читалка. Книжку открыла. Выйдем отсюда и домой. Так, идем дальше. Браузер. Браузер. Так, что-то грузит. Так, на закладке NSKFON главное. Вообще зря главное. NSKFON телефоны. Вот. Пусть будет NSKFON телефона. А, ну все-таки еще. Нет, все правильно. Грузит каталог. Загрузил. Так, где у нас А1000? Вот он. Ну, в общем, сказывается разрешение 840, 480 на 800. Даже на таком мелком шрифте и то что-то можно различить. Так.
Маленько приблизили. Так, теперь попробуем управление жестами. Это типа иди назад. А назад у нас было предыдущее. О, все правильно, перешел назад. Так, это вот такой вот у нас браузер. Так, выходим. Назад, назад, назад. Назад. Так, пока у нас тут додумается, наверное, проще будет. Вот так вот выход. Все, вышли. Так, теперь пойдемте на мультимедиа. Так, музыкальный. Это у нас виноват. Это у нас Винамп. Так, попробуем YouTube. Сейчас какое-нибудь свое видео в HD-качестве найду. Так, NSK-фон. Идет запрос. Пришел запрос. Так, вот это вот видео в HD-качестве. Ну вот. Переместимся. Воспроизводит. Видео в HD-качестве. Так, теперь осталось последнее посмотреть. Видеопроигрыватель. Ну, попробуем аватар. Герой. Просто герой. Так, ну, разрешение там было этого не очень высокое. Фильм не успел подготовить с более высоким разрешением для этого телефона. Закрыть приложение? Да, закрыть. Ну вот. Такой вот телефончик.